Всем привет, с вами July Dance Family. Сегодня разбор на Stray Kids The Sound. Hi everyone, it's July Dance Family and today I have a tutorial on Stray Kids The Sound. Я бы хотела сказать сразу о том, что видео на данный момент, по крайней мере, полтора землекопа во всем интернете, поэтому разбирать было очень сложно. Если есть какие-то несоответствия на тот момент, когда вы это смотрите, я приношу свои извинения, но вот разобрала все, что смогла найти, все, что увидела. So, for a moment I'm like filming this tutorial. We don't have much content of this choreo, but I tried my best. So keep watching. Also want to say this is bilingual tutorial, so I'm speaking Russian and English, so you can follow my steps ignoring Russian language and then just check my English comments during the video, so you can check if you get it all right. So let's go. Наш туториал на двух языках, на русском и на английском. Почему? Потому что. Так что, если не нравится английский, можете перематывать. Я просто чуть-чуть быстренько повторяю все, что я говорила на русском. А мы начинаем. Итак, наше исходное положение, у нас правая нога спереди, левая стоит сзади. Мы стоим в этом положении, считаем 5, 6, 7. Дальше на текст. This is the sound, like that, да? То есть мы с вами поднимаем ручки к голове и поворачиваем правую кисть вперед, левую назад. То есть правая будет у нас вперед поворачиваться, левая назад. И в это время мы наклоняем голову. Да, то есть будет 5, 6, 7 и 8 и. 5, 6, 7 и 8 и. Угу. Дальше, на sound. У нас есть три варианта развития событий. Если мы стоим на центре и мы танцуем, допустим, за Чунина, то мы с вами раскрываемся, немножко делаем небольшой степ на правую вперед и начинаем раскрывать левую руку вперед, правую назад. И также закрываться в исходное положение. Если мы стоим с этой стороны, то мы делаем степ на правую ногу, начинаем раскрываться в эту сторону и возвращаемся к исходному положению. И если мы стоим с левой стороны, то мы делаем степ на левую и раскрываемся в левую сторону, возвращаемся на исходное. Теперь как мы это делаем? Мы это делаем через вибрацию. То есть мы с вами напрягаем ручку, да, и немножечко мы ее шатаем из стороны в сторону. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чем сильнее вы ее напряжете, тем лучше у вас получится вибрация. Также они немного добавляют вибрацию и телом. Но здесь уже ваш уровень скилла танцевального подскажет, как лучше. Моя помощь, мой совет в том, что вы немножечко будто пытаетесь пяточками дергаться в пол. Тогда у вас начнет работать вот эта вот маленькая небольшая вибрация. В принципе, она сильно не нужна. Основная будет нужна вам от грудной клетки и от рук. То есть, если вы вперед раскрываетесь, грудная клетка, руки. Пу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если в эту сторону, то раскрываемся сюда и также назад. И здесь, соответственно, та же самая история. Вот сюда и назад. Вперед раскрываемся на два счета. То есть, раз, два, на три, обратно. На четыре у нас с вами идет как бы набег на левую ножку. Если мы раскрывались в эту сторону, то мы как раз закрываемся и просто переносим вес на левую ногу. Если мы были здесь, то мы ее понемножку подтаскиваем и снова на нее переносим вес. Если мы были здесь, то мы работали вперед, а потом просто опять же, как будто бы набегаем на левую ножку, заводя правую назад. А руки у нас приходят вот в такое положение, то есть мы будто бежим. Дальше мы подтягиваем к себе правое колено и ладони кладем на коленочку. И дальше мы ее отталкиваем. И в этот момент у нас стопа встает полностью в пол, корпус выпрямляется, и ручки подлетают вот в такое положение, ближе сюда к грудной клетке. Можно держать так кисти, можно держать так. В принципе, там есть и такая вариация, и есть вот такая вариация. То есть обе имеют право на существование. По счету у нас получается с вами 5. Ой, я свои сопли не выпустила. 5, 6, 7 и 8 и. Раз, два, три, четыре и пять. Дальше и шесть и. На и шесть и мы с вами бьем руками в стороны и сжимаем их сильно в кулаки. Буф. Это движение, как будто вы стоите возле стенки и бьете кулаками назад в стену. Да? То есть буф. Нужно сделать очень сильное это движение и остановить руки. Одновременно с этим у вас будет подниматься левое плечо. То есть бум. Бум. Постарайтесь не перекашивать себя, а именно поднять плечо, то есть пам. Вторым движением вы будете закидывать два плеча назад, поднимая грудную клетку вверх, то есть та, та.
Та. Третьим движением вы накидываете плечики назад и немного разворачиваете кисти в лицевую сторону. То есть, если здесь у вас руки больше смотрели в бок, то вы делаете раз, два, три. И у вас немного кисти уже не так смотрят, а больше вот в эту сторону. Но не выводите их вперед, у вас руки также остаются больше вот здесь по сторонам. Есть такой момент, что у некоторых танцоров можно заметить, у некоторых ребят, что они делают будто бы левое плечо, грудак и будто правое. Но чем больше я смотрю, тем больше убеждаюсь, что это просто как косяк. На самом деле там левое назад и скорее вперед. Но если на ваш взгляд это не так, вы можете делать раз, два, три. Вот. Когда мы делаем это движение, мы бьем левой пяткой вперед. То есть у нас будет раз, первое движение, дальше пятка уходит чуть-чуть влево. Два. Мы здесь уже начинаем приседать в плие. Два. И раскрываем ногу еще сильнее в полное плие. Три. На этот момент, где мы уже с вами плечи набрасываем. И как только мы с вами набрасываем плечи, у нас начинает работать голова. Она разворачивается в бок, и выводя шею вперед, через низ, мы поворачиваем голову налево. Так как у нас здесь были руки, взгляд повернется сюда. Дальше мы поднимаем руку к корпусу, будто смотрим на часы. И дальше палец, он сейчас, указательный палец правой руки, он будет смотреть наверх, и взгляд у нас тоже будет туда. Но это движение делается в проброс. То есть вы будто бы пытались показать на часы и увели взгляд туда. То есть сюда, пам, и туда. И все это вот в этой же сидящей позе, в плие. После чего мы спокойненько подтаскиваем ножку, и когда она подставляется на счет раз, мы будто что-то пьем, да, то есть мы... Как будто бы вот этим движением как, закинули что-то в себя. Еще раз соберем этот фрагмент. 5, 6, 7, и 8, и 1, 2, 3, 4, и 5, и 6, и 7, и 7, и 8, и 1. Угу. На раз глотанули. Дальше мы ножки... Сводим носочки друг к другу, колени, и раскрываем ноги шире. У нас первая ручка пойдет правая через лицо за голову, локоть в сторону, и то же самое другая ручка сделает. За счет этого движения, как вы видите, когда я работаю правую, у меня корпус и голова смещаются влево. И, соответственно, в обратную сторону, когда работает левая рука, корпус и голова смещаются вправо. Одновременно это происходит с раскрытием ног. То есть я хоп, выпила, и раз, немного сместился корпус влево. Теперь я чуть-чуть подрастаю и в другую сторону то же самое делаю. То есть раз, два. Дальше отсюда правая рука у меня сжимается в кулак, выводится перед собой, и вес я переношу на правую ножку, для того, чтобы потом перенести его на левую и сделать хороший пап. Кто хёнджин, делает сильно его грудной клеткой вовнутрь. Кто-то, кто минхо, добавляет еще голову, то есть у него прям четко виден вот этот жест. Есть еще ребята, которые еще сокращают локоть, чтобы еще сильнее сделать этот удар. То есть, по сути, такой пап всем телом будет здесь. Угу. И вам нужно опустить руку перед собой вот на этот уровень, примерно на уровень грудной клетки или уровень плеча, для того, чтобы перейти на следующую часть. Мы достаем один палец указательный, смотрит вниз. Хёнджин иногда достает два, если хотите, можете достать два, но все остальные всегда делают одним. Движение будет запястьем вверх. Первый раз мы поднимаем запястье на уровень лица и опускаем на исходное вниз. И это будет четко. Раз, два. А дальше два раза это же движение, но маленькое. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руку и то же самое. Раз, два, три, четыре. Акцент вверх. То есть не вниз, как палец, а именно вверх. И это идет с ногами. Ноги будут работать у нас следующим образом. Левой ножкой мы шагаем назад, и потом ее же возвращаем вперед. И уже с правой шагаем назад, назад. И когда мы делаем эти два степа назад, мы начинаем немножко поворачиваться, потому что нам повторять это все в другую сторону. То есть правая назад пойдет, правая вернется рядом, и теперь мы пойдем левая, правая. Эти степы очень разные у ребят, и есть те, кто работают раз, два, три, степ, степ, раз, два, три, степ, степ. Есть кто четко работает раз, два, степ, степ, раз, два, степ, степ.
И та, и другая версия, опять же, имеют место быть. Я делаю через раз, то так, как удобно. Под быструю скорость сложно. Удобнее синхронить это движение с более простым вариантом ног. Когда вы поднимаете палец вверх, пока у вас делается степ на левую ножку назад, только вес не переносите назад, оно скорее вот так выглядит. Да. То есть раз, два, и дальше три, четыре. И вес меняется рука, соответственно, будет раз, два, три, четыре. Угу. И тоже старайтесь ноги держать достаточно близко к себе, потому что на следующее движение ноги нужно будет раскрывать. Если вы изначально встанете вот так, вам будет очень сложно переходить на это движение. Если ноги будут ближе, то будет удобно выходить в следующее движение. Быстренько соединю всю эту первую половинку и быстро прокомментирую по-английски. Итак, 5, 6, 7 и 8 и раз, два, стоямба. Забыли, правая спереди. Итак, 5, 6, 7 и 8 и. Раз, два, три, четыре и. 5 и 6 и 7 и 8 и. Раз и два и три и 4 и. Тара, вара, та, тара, вара, та. So, I really hope that you could follow all the steps, but I'm gonna tell you some hints. As I said, there are three ways of doing this move. So you need to vibrate with your body, like doing the vibration. And there's the three ways of doing that. So you start with this is the sound on counts one and two, you're opening your hands, on three you're closing them. So this is the central part, this one is for the left, for the right side, and this one for the left one. So you can vibrate with your upper body and with your hands. One, two, opening, three, closing. On four, you're running to this position, four, and five. You can either get this position of hands or this, both of them, all right? Five, and then three hits, like hitting with your heel. One, two, three, and three is a plie. And the upper body, it works like hit with your fists right here, and you're lifting your left shoulder up. So it's gonna be like ta, then both of them are going back and you're making chest pop. Two, and there's a moment, so as far as I can see, I guess almost everyone are doing this move, so they're putting their shoulders back, lifting them and getting them to the front from the back, so it's like left, backwards, forward, yeah. But sometimes I can see that there's some people who are doing like one, two, three. So if you're watching the video and you can see the third move with the right shoulder, you can do that. But as far as I can see, they're doing like one, two, three. Then the head works, then you're looking on your clocks like here, and then you need to point out to the stars, or I think so, but this move shouldn't be like that, it should be like here and there, but you're looking here and it's like that, yeah. Then you're putting your left leg here, and like you're drinking something, you're making a little wave, but don't do this wave too much, it's like a little one. Then you're opening yourself to the left, to the right, then lifting your fist up, and you're doing chest pop, but inside, so it's gonna be like Hyunjin is doing more with the chest. Minhwa also adds the hat, so it's gonna be like and some of guys, they're working with the elbow, so the heat is like yeah, the big one. And the last thing, as far as I can see, there are two ways of making these steps. It's either like left, left, right, 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 left, right. Or there's another way, they can do like left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. I can see both of them, so you can pick up the one you like most. It's much easier to make like left, left, right, left, right, 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 left, because there's a hands.
on the wara wara ta ta ra wara ta. They're doing the move with one finger down. Also, you can see in the video performance on MV, Hyunjin uses two fingers, but on all performances, they all are making the one finger. So they're lifting them, lifting it up, and then putting it down. So it's gonna be like pop, hand goes here, and then you start up, down, up, up. And you're changing your hands like up, down, up, up. So you just make this synchronization and it's gonna be like just pop here and then front, wada, wada, ta, up, down, up, up. Yeah, and don't put your legs, don't spread them too much when you're walking, because if you finish in this position, it's gonna be hard to get the next part. So put them closer. It's like wide open, closer, closer, wide open, and closer, closer, yeah. So the next part. Следующий кусок. Мы с вами закончили вот эту штуку. Дальше. Мы оказались немножко здесь в диагонали. Мы делаем выпад на левую ногу, отводим ее в сторону. У некоторых это больше выглядит как плие, у некоторых эта нога более прямая. Оба тоже варианты имеют место быть. Корпус вы сносите вместе с головой немного в левую сторону. То есть сюда, подставляете ножку, поднимаетесь на носочки, возвращаетесь на исходник. И снова повторяете это движение. Только теперь, когда вы поднимаетесь наверх, вы делаете степ в пол левой ногой в крест, и вас немножко здесь будет подбрасывать. После этого движения ножка снова уйдет в сторону. Руки. Левая рука у нас либо прилипает здесь, либо идет на базу, как вам комфортней. Вторая ручка приходит, как в самом начале, в это же положение, и первый раз поворачивает голову, правая вперед. Голова в это время будет немножко отходить в сторону, то есть будет движение вот такое. И когда мы подставляем ножки и поднимаемся наверх, теперь мы этой рукой голову двигаем, то есть мы как бы ломаем запястье и голову наклоняем к левому плечу. Выглядеть будет так. То есть мы с вами закончили. Вуаля, вуаля, та. И делаем раз, два и три. А вот здесь после этого движения, когда мы будем бить сейчас ножкой, у нас левый локоть, это правый локоть будет бить вниз, а левый наверх, то есть бам. И это движение должно немножко спружинить с пола. Бам. И как только мы выставляем ножку сюда, левая переходит рука вот сюда, а правая делает замах на следующее движение. Теперь руки. Следующее движение выглядит так. Фиксируется здесь у нас левая, правая прокручивается вовнутрь, а вторым движением она приходит к левой, и вы отсюда как будто растягиваете это движение в стороны. Немного у Хёнджина, допустим, есть еще голова, она сюда немножко работает. Да, то есть вы как будто делаете акцент в бок. Он идет еще за счет ног. Так как я сказала, вы сделали удар, выставили ножку сюда. И у вас будет правая идти спереди, а левая докручиваться в сторону. То есть степ будет такой. Бум, и раз, и два, и три. И вы каждый раз будто падаете на правую, докрутились, вышли. Опять на правую, докрутились, и опять на правую. Соответственно, здесь же у вас есть ручки, и за счет вот этого падения идет небольшое смещение корпуса. Раз, два, три. По сути, здесь первый идет удар с прокрутом вовнутрь, второй идет от груди, мы как будто через сопротивление растягиваем ручки и раскрываем руки в самом конце. Здесь тоже есть три партии. Сначала центровая. Мы с вами сводим ударом кулака, ручку правая сверху, раскрываем ладони, они меняются местами, и отсюда закручиваем так, что левая рука делает хват перед собой, правая за головой. Еще раз медленно мы сделали прокрут, от себя раскрыли ручки, пам, правый кулак над левым, раскрыли ладони, поменяли их местами, и через обратное положение вернулись, схватились сюда. Здесь мы делаем фиксационную точку, потом сбрасываем руки, у нас небольшой идет прыжочек. Ноги в это время ничего у нас не делают. Вторая партия, которая будет слева. Здесь что произошло? Мы сместились сюда, три, раскрыли. После этого мы поворачиваемся боком, руки в такую позицию, и мы сгибаем их, сжимаем их в кулаки, делаем точку. Потом там будет бить ту-ду-ду-ду-ду-ду. Мы с вами разворачиваем руки и как будто сбрасываем их сюда в сторону, закрываемся.
пум. И есть тоже точка, с которой мы сброс делаем вниз и спрыгиваем. И синхронится это по акцентам также. Когда сынмин на центре сводит руки в крест, у нас вот эта поза. Когда мы ручками машем, да, вот сюда уходим, это у него как раз этот поворот. И вот этот хвать. А у нас это как раз та-да-да-да-да-да и точка в конце. И одновременно идет сброс. И третья партия, если мы стоим с этой стороны, справа, мы делаем то же самое. Вот этот бит, вот сюда ручки, заканчиваем на три и также поворачиваемся сюда, также берем кулаки. Но руки у нас начинают нас разворачивать в эту сторону. То есть та-да-да-да-да. Мы здесь на секунду замираем, сюда делаем бит и точно такой же у нас спокойный переход. И дальше у нас там один счет или два, если честно, не помню, под музыку расскажу. Мы немножко гуляем, и у нас повторяется снова вот эта часть. Вара, вара, та, точно так же. То есть мы с левой ноги делаем. Вара, вара, та, тара, вара, та. И на последнее, то есть мы сделали ца, и на и нам нужно срочно поставить ножки вместе и приготовить левую пятку, чуть-чуть ее поднять. Мы будем бить эту пятку и как маятник качаться из стороны в сторону. Больше работает именно верхняя часть корпуса, то есть не все тело, а именно бум и верхняя часть. Здесь мы делаем пяточку бум, и у нас верхняя часть корпуса смещается. Опять бум, и опять смещается верхняя часть корпуса. То есть мы больше работаем вот этой частью. Угу. И на последний счет мы опять топаем правой ножкой и возвращаем корпус на центр. Что с руками? Сначала делаем такую штуку. Берем ладошку, смотрит она на себя, большие пальцы смотрят на себя. Потом сгибаем ее и оттопыриваем указательные. Надеюсь, все увидели, всем понятно. Еще раз, ладошки, большие пальцы на себя. Потом мы ломаем ладошку по костяшкам и поднимаем указательные пальцы вверх. И левую ладонь кладем сверху на правый большой палец. Вот такая вот дичь. Вот такие штуки, вот такие, хоп, положили. И держим здесь на уровне груди, то есть под лицом они у нас должны быть, не перекрывая лицо, где-то вот так. Можно на уровне рта держать. Угу. Соответственно, эта позиция с приподнятой немножко левой ногой. В момент, когда мы будем топать левой пяточкой и начинать наклон в эту сторону, у нас будет правый палец, это передний, правый, он будет делать дзынь, возвращаться. То есть мы его кладем ко всей ладони и возвращаем наверх. И в этот момент начинаем качаться сюда. Дальше левый палец делает то же самое, и на это начинаем мы качаться сюда. Этот пальчик будто нам помогает забить пяточку. Третий раз, снова правый. И последним движением мы возвращаемся на центр и забиваем оба пальчика. И должна получиться просто вот такая ровная прямая линия. Угу. И с нее у нас идет удар. То есть удар, образующийся вот здесь внутри, взрыв такой. То есть как будто у нас внутри что-то взорвалось, и мы накинули корпус. От этого взрыва корпус начинает разворачиваться. И вес у нас получается, левая ножка будет больше заводиться вовнутрь, на нее пойдет вес. Правая тоже согнутая, но она больше будет смотреть прямо. И руки из вот этой позиции, в которой мы стояли после этого взрыва, уходят в квадратное положение. То есть мы пытаемся с вами построить квадратик вот в такой вот странной позе. Да. И это конец. Йоу. Разберем еще раз вот эту всю вторую часть. Итак, мы с вами закончили. Вара, вара, та, тара, вара, та. И вторая часть мы делаем. Выпад со смещением головы вверх. Еще раз. Выпад со смещением головы. Удар. И сюда. Раз, упали с головой чуть-чуть. Два. И три. Выбираем партию, допустим, центральная у сынмина. Собираем кулаки, раскрываем ладони, заворачиваем, закрываем сюда, делаем сброс, с которого немножко проходим и повторяем. Вара, вара, та, тара, сюда, тара, та. И сразу резко вот наше исходное положение. Раз, сюда, два, сюда, три. Четыре. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И выходим в наш квадратик. Да. So, quickly in English, the second part we finished. Wara, wara, ta, wara, wara, ta. And then you're making the big step on the left. So you can see some of guys, they're making plie, and then like lifting yourself up on your toes. But some of them are doing it like that. So you can pick the shape that you like most. So it can be plie, like that, or it can be like this move.
I can see both of them there. This hand goes here or either there, and this one turns here and doing the move like front and left and front. And your head, first time it goes to the left, the second time it goes to the left, but from this move. So this is the moment when you're working with your neck, and this is the moment you're working with your head. So it's like neck and head. So it's the neck, more neck, here, yeah, here, and hit. And from this hit, you're going to this position, and you're falling down to this move, and from the resistance you're making this move, and the third one you're opening your hands. And there are the three parts, the central, the left, and the right. The central, as I said, the Sinmin does. Cross, opening, closing, hit. The left one, it's like from this position, like closing, ta-da-da-da-da-da. I go here and then drop and jump. And the third one from the right, the same position, but you go to the right and then drop and jump. And then this part repeats. Wada wada ta ta da ta da ta. And then, as I said, you're making this position. Your palms, your toes goes to your face. Then crack them to this position and lift your pointing finger up and put your left hand on your right one. So this is the position, and these fingers are in front of your mouth, and then you're working like your metronome. So it's like my one and two and three and the center, yeah, and you're making this heel hit, helping to move your body. So it's like left heel, your body, right heel, body, left heel, and right one, center. And you're working with your fingers, so it's like right one, left one, right one, center, and both of them are closing. And then there's like a little explosion inside of you. You're exploding yourself, and your hands, and then your legs are going to this position, and you're closing your hands to the square. Yeah, so this is supposed to be the square, yeah, like that. And this is the end. So let's put it all together. Соберем теперь все вместе еще раз медленно, просто пошагово. Мы стояли, правая была ножка спереди. Я оба раза танцую центральную часть. So we're gonna put it all together, but I'm gonna dance only central part, both of them. Поехали. 5, 6, 7. This is the 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and wada wada ta ta da ta ta. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2. I said the central, and 3 and 4 and wada wada ta ta da ta da ta. И быстро сюда. 1 and 2 and 3 and 4 explosion here. Я наврал, я сказал, что я буду танцевать центральную, и станцевала не центральную, поэтому я станцую еще раз теперь точно, две центральных. Мне не стыдно. Почему? Не знаю. Еще раз. 5, 6, 7 и 8 и. 1, 2, 3, 4 и 5. И 6, и 7, и 8. И 1, 2, 3, и 4. И вара, вара, та, тара, тара, та. Sound, it's the sound, hit. And 5, и 6, и 7, 8. 1, 2. Сброс. Спрыгнули. Вара, вара, та, тара, тара, та. 1,
два, три, четыре, взрыв сюда. Ну, а теперь соберем все вместе под музыку, под 50, 70, 85 и 100% скорости. Под 50 я станцую центральную партию, под 70, 85 я станцую левую и правую, и под сотку снова центральную партию. А для тех, кто чего-то не понял, у вас есть палец, перематываете, пересматриваете, все запоминаете. So, I'm gonna dance with the music with a 50% speed, 70, 85, and 100. So, 50% speed is gonna be the central part, 70 and 85 is gonna be like left and right part, and 100 is gonna be central part again. So, if you didn't get anything, you can just rewind the video and rewatch it again, and I hope you will totally understand the choreo. Lots of love. Daddy mode to me light a night fire.